ладно, чувак, раз ты единственный масса с пакетиком, это твоя оригинальность, давай сюда. Да, приветствуется кривляться туда. Приветствуется показывать фенечки и все такое. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут или у тебя какой-то клевый ник? Мотька. Ха! Мотька на этой сцене! Воу-воу-воу-воу-воу! Что ж, Мотька, ответь мне на один вопрос. Как бы ты отреагировал, если бы сейчас вот слева от тебя, не смотри пока что, стояла легенда Сукер Сургани? Придумал уже? Ох, Мотька. Хорошо, давай вот так вот. Скажи, если ты можешь сделать... Если у тебя нога выгибается в другую сторону, не так, как у обычных людей, ты легенда Сникерс Урбани? Нет. А если ты умеешь этот изгиб ноги применять наиболее эффектно, ты легенда Сникерс Урбани? Как бы... В общем, Мотька оправдывает свою кликуху вообще по полной. Прям реально Мотька стоит здесь. Ну что ж, Мотька, спасибо большое, что ты поднялся. Может быть, ты занимаешься... А я озвучиваю мультик Дональда. Чувак озвучивает Дональда. Что ж, давай пожги чуть-чуть, вот уже вот столько людей собралось, реально. Я бы так и сделал. В принципе, суббота, без 10-2 дня я сижу дома. Ёшкин кот, я же пропущу чувака, который Дональда может показывать. И быстрее из самых дальних точек Новосибирска, с Академа, там, не знаю, откуда-нибудь еще. С Первомайки лечу сюда послушать это, покажи нам это чудо. Ну что, я уже как и говорил, Моти оправдывает свою кликуху по полной. Она может сказать Ну, в принципе, на обычный голос у него слов не находится. Ну что ж, скромняга. Бас делал. Что? Что это было? Это... Вы чё не шарящие? Это был бас, по мнению Мотьки. Это бас! Да, если есть люди, которые могут показать так вот... Поднимитесь, вы получите без очереди. Моти, извини. Ну, Дональд Дака, ну хоть чуть-чуть, без каких-то выиртом и хватило бы. Там, я не знаю. Может быть, ты найдешь себе подружку, которая здесь с тобой чем-нибудь покажет? Не знаю. Сейчас, народ. Люди думают, что я сошел с ума, они не понимают, что это жизнь моя. Я перелетаю с крыши на крышу, кроме препятствий ничего не вижу. Солнце светит, все меняется, настроение плюс. Если есть препятствия, сделал вдруг дальше, убегу. И твои чувства, эмоции я узнать хочу, внимательно посмотрю. Если в глазах пойму, жизнь не пройдет даром для меня. Я делаю удовольствие только для себя, с препятствиями связана жизнь моя. Пролетай на пропасть, ты думаешь о том, где-то кажется потом. Каменные джунгли, парапет, оперила, все перед глазами, все перед рукой. Делаешь вдруг, посмотришь назад, людям понравилось. Теперь ты раз забудь свои чувства, не думая о всех. Ты хочешь добраться, где не был давно, найди свою трассу на крыше домов. Спасибо большое, Модя. Ну это действительно было архи быстро. Скажи, пожалуйста, ты в школе на уроках также отвечаешь? Да. И какие у тебя оценки? 4-5. Ну да, они обычно ничего не разбирают, но раз шепчет, то точно что-то по делу, да? Да. Что ж, спасибо большое.